Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня вам хочу показать лук Exhibition, лук ялтинский красный. Вот это была самая плохая рассада. Просто тоненькая, как буквально нитки. Самая плохая, она была посажена для еды. Ну, в общем, на зелень. Именно, чтобы за лето ее всю употребить. Смотрите, какие уже хорошие луковички выросли. Я просто в шоке от лука Exhibition, от ялтинского. Настолько они хорошо пошли в рост. То есть это самая плохая рассада. Где она густо так немножко посажена. Но можно будет затем, конечно, вот смотрите, вырывать луковички через одну и оставлять, чтобы другие хорошенько так нарастали. Ну, в общем, самая плохая вот эта рассада. Сейчас покажу другую. Вот эта рассада, видите, она уже посажена не так густо. Это средняя рассада. Вот это идет лук Exhibition. Здесь где по 5. В ряду где по 6. В общем, вот такой вот лучок. Видите, он зеленый. То есть вот это все Exhibition. Средняя рассада. Ну, настолько она прям хорошо растет. Дай бог не сглазить. Прям такая. Уже формируется немножко, начала луковица. Идем дальше. Это все Exhibition. А вот это ялтинский красный. Внешний пока вот незаметно, да, что вот это Exhibition. А вот это ялтинский. Потому как, наверное, немножко все-таки заметно. Вот здесь она, видите, как красноватая такая. Нижняя часть. Ну, тоже, вот видите, он такой же примерно. Весь он одинаковый. Хотя многие пугают, что ялтинский красный плохо растет. Тут можно заметить, что хорошо он растет. Ничем я его не удобрял. То есть, как вот он был посажен, так и растет. А был посажен он в такие вот, как в борозды. То есть, делалась борозда. И как в небольшое такое углубление был посажен лук, рассада лука. А вот эта грядочка у меня была показана в видео. То есть я ссылку на это видео оставлю. Самая крупная рассада лука Exhibition. Вот этот ряд идет весь полностью. А вот второй рядок это у нас ялтинский красный. Ну вот смотрите, этот прям уже вообще такая... луковичка с приличного размера. Тоже можно заметить, что она начала формироваться. И вот весь ряд такой идет. И если вот прям хорошо присмотреться, то средний по размеру рассада лука, она уже догнала самую крупную. Где немножко погуще он посажен, даже он лучше растет, чем вот так вот, где пореже посажен. Здесь идет лук Парей. Двух сортов. Лифант и Аллигатор. Он уже немножко перемешался, поэтому я уже не знаю, где здесь кто. Но тоже он так достаточно неплохо начал отрастать. Тут немножко у нас собаки побегали. Поэтому эту луковицу вообще сломали. Она тоже уже отросла. А вот этот лук вообще был посажен, просто, так скажем, закопана рассада и ничего с ней не делалось. Это средняя по размеру рассада была. И смотрите, уже здесь еще лучше. Заметно, как формируется луковица. Exhibition'а. С краю грядки, я так думаю, видите, ей нравится. Луковица расти именно с краю грядки. Смотрите, вот. Здесь тоже хорошо прям заметно, как начала формироваться луковица. Просто была посажена, добавлена в лунку, точнее вот этот рядок при посадке зола, и больше ничего не добавлялось. Просто была посажена, так скажем, посадил и забыл. Тоже так достаточно хорошо она растет. Поэтому, конечно, когда сеял, я, конечно, не думал, что
из семечка можно вырастить такой крупный лук. Можно, конечно, садить севок. Я не против этого. Кто-то скажет, зачем заморачиваться, лучше купить севка и посадить. Но севок в прошлом году был вообще очень дорогой, по 400 рублей за литр. Либо он был вообще плохой, был вроде бы не урожай севка, поэтому вот была такая, с ним неурядица. Но так вот, прям очень даже радует посадки лука, эксибишена, ялтинского красного. Конечно, посмотрим, что с ним будет дальше. Но так пока мы очень даже довольны. Можно его пролить зеленым удобрением 1 литр на 10 литров воды. А так, в принципе, можно золы подкормку сделать. Либо настоять золу 1 стакан в ведре воды. Либо же просто посыпать сверху золой. И затем, так сказать, припудрить и пролить водой. То есть вот такие вот можно подкормки сделать. Но так, в принципе, он очень хорошо растет даже без подкормок. Поэтому пробуйте сеять лук Exhibition. Я думаю, он вас не разочарует, так же, как и ялтинский красный. Хотя, как бы это вообще лук с Крыма. Поэтому там с ним могут быть какие-то возможные трудности. Ну, а Exhibition себя очень даже хорошо вот сейчас показывает. Но всем тем, кому видео понравилось и было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч. Буду дальше делиться с вами результатами нашего выращивания лука.